Сегодня, друзья, у нас с вами 18 марта, пятница. Обращаем ваше внимание, у нас сегодня с вами полнолуние. Поэтому в этот день проведите простую, но в то же время действенную практику. Напишите любую сумму денег на бумаге. Как это правильно сделать, какие слова говорить и почему именно сегодня, 18 марта, друзья. Далее в этом видео обязательно просмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, сегодня 18 марта, день, который готовит нам испытания личного характера. Это испытание на прочность вашего характера. Поэтому подойдите к этому дню со всей своей мудростью, анализируя каждое событие, которое будет появляться в вашей жизни. Постарайтесь как можно больше поберечь свои нервы и избегать каких-либо стрессовых ситуаций. Если же крайне необходимо, то исправьте ситуацию как можно мягче для себя, не создавая при этом почву для конфликта и не порождая вражды. Это очень важно. Постарайтесь сегодня отыскать истину и извлечь пользу из ситуации. В любом случае, старайтесь воздержаться от конфликтов. Сегодня постарайтесь быть и особенно критичным. Попробуйте научить свой разум быть собранным и внимательным. Прислушайтесь к нему и поберегите обязательно свое здоровье. Сегодня очень хорошее время для решения проблем со здоровьем. У вас могут раскрыться ваши способности к планированию и реализации своих желаний, а также стремлению к порядку. Сегодня очень важно заняться гармонизацией внешнего и внутреннего мира. Также будьте сегодня справедливыми и заботливыми и не позволяйте трудностям и проблемам ослабить вашу жизненную энергию. Сегодня день, когда пора усмирить свою гордость и амбиции. Если не уступить сейчас, не пойти навстречу, то можно лишиться всего того, чего так долго вы добивались в последние годы. На вас просто могут махнуть рукой, так как посчитают, что с вашим упрямством бороться просто бесполезно, и тогда вам придется все начинать сначала. В конфликтах, которые могут возникнуть на ровном месте, не спешите винить друг друга, а имейте смелость признать свою неправоту. И это сразу решит массу проблем и покажет вас как мудрого человека, способного признавать свои ошибки. Сегодня очень благоприятный и перспективный день для тех, кто может держать в руках свои эмоции и нервы, кто может не срываться, не обижаться, не ругаться сегодня, а наоборот, стараться дарить радость, добро, искренние чувства. Постарайтесь не упустить этот момент и будьте сегодня активнее. Тщательно старайтесь анализировать все события прошлого, все приятные и неприятные моменты. Просто отбросьте все сомнения и посмотрите вокруг на все происходящее с вами под новым углом. Вам откроются новые перспективы, и вы начнете больше ценить добро и хорошее отношение к вам. Мне следует сегодня упорно следовать идеям, которые, возможно, преувеличены и которые вы не можете выбросить из головы. Не теряйте сегодня связь с реальностью, особенно когда эмоции позволяют вашему сердцу управлять решениями. Сегодня на работе постарайтесь проявить себя и продемонстрировать свою заинтересованность и трудолюбие. От этого будут зависеть ваши материальные перспективы. Сегодня нельзя быть пассивным и инертным. Старайтесь показать себя в активном действии. Очень важно правильно оценить свои силы и не позволять нерешительности взять над собой верх. Не стоит сегодня и бояться препятствий. Они могут только вас, разодурить и подтолкнуть вас в нужную сторону. К решению любого дела стоит сегодня подойти вдумчиво и скрупулезно. Сегодня ваш начальник решит, что вы достойны большего, нежели вы получаете. Поэтому либо сможет вам повысить зарплату, либо увеличит объем работы. Все будет зависеть от его настроения.
Вам остается только надеяться и верить в лучшее. Сегодня нежелательно заниматься делами, которые требуют особой аккуратности или очень сложными, требующими усиленного внимания в мелочах. Сегодня очень велик риск что-то упустить из вида. Ваше умение отделять главное от второстепенного становится одним из ваших преимуществ. И хотя вы кажетесь со стороны уступчивым человеком, но должны твердо стоять на своем, когда дело касается чего-то особенно важного. Ваши здравомыслящие рассуждения будут на высоте. Если работа у вас новая и сложная, сегодня не стоит экспериментировать. Вряд ли вы это все будет для вас успешным и дела пойдут по высшему разряду. У вас все хорошо получается распутывать сегодня, особенно какие-то такие вот хитрые задачи. И с другой стороны, это будет особенно полезно вам в работе. Не сомневайтесь сегодня в себе, доверьтесь своему шестому чувству, и вы очень скоро убедитесь, что интуиция вас не подводит. Верьте в свои силы, не позволяйте трудностям сломить вас. Вы просто не имеете права отступить от намеченной цели, тем более, что она уже рядом. Вас ожидает очень выгодное предложение, которое благоприятно может отразиться как в материальном, так и в карьерном плане. Постарайтесь увидеть в этом положительные моменты. Ваши таланты, энергия и знания оценят по достоинству. Сегодня могут последовать выгодные предложения и значительное увеличение доходов. Сегодня удачный день для внедрения ваших проектов. Они будут успешны и прибыльны. Ваши творческие идеи окажутся востребованными и принесут вам достойное вознаграждение. Постарайтесь быть внимательными к своим партнерам. Не верьте лести своих новых партнеров. Сами лучше проанализируйте сегодня ситуацию и действуйте по своему усмотрению. Сегодня нельзя ввязываться в сомнительные проекты. Всегда перед принятием любого решения хорошенько подумайте, нужно или необходимо это вам в данный момент. Сегодня ваш партнер по бизнесу из-за своих ошибок в расчетах будет склонен делать ложные выводы в вопросе расширения бизнеса. Поэтому ваша задача помочь ему разобраться и выбрать правильный курс, не ущемляя своих интересов. Ваша активность в достижении цели принесет очень хороший результат. Удача будет с вами сегодня до тех пор, пока вы ее сами не оттолкнете. Сегодня вы можете работать спокойно, наслаждаясь успехами своего труда. Никакие перипетии, скандалы или неприятности вас не коснутся и вам не грозят. Только постарайтесь сами туда не соваться. Это вам абсолютно сегодня не нужно, и оно вас сегодня не касается. Кроме того, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня 18 марта весеннее полнолуние, и оно произойдет, а возможно, кто нас смотрит уже позже, произошло в 10 часов 27 минут по московскому времени в созвездии Девы. Знаете, это полнолуние называют девичьим или называют луной червя, и с другой стороны, это трансформационное полнолуние. Обращаю ваше внимание, что знак зодиака Дева очень связан с работой, с заботой о людях, со здоровьем, со служением, с домашними питомцами, с поездками, с обучением, с анализом ситуации, а также осмысливанием той информации, которая вам поступает. Поэтому нужно еще и понимать и то, что Меркурий, который является и управителем этого полнолуния, сейчас движется по знаку зодиака Рыбы, и его, к сожалению, сознание размыто, но интуитивно оно может обманываться, но способно на пророческие инсайты. Поэтому мы советуем быть вам внимательными и фильтровать поступающую информацию, потому что именно в это полнолуние, 18-19 марта, многие смогут обмануться, к сожалению. Поэтому к вам поступила информация любая, вне зависимости, касательно личных отношений, касательно вашего здоровья, денег, работы, без разницы чего, какого-то внешнего мира.
Обязательно ищите первоисточник. Если вы не можете принять решение, значит, ищите, где же этот первоисточник. Если вы не готовы сказать слово «да» или «нет», попросите время. Подождите, и буквально 18, 19, максимум 20 марта вы увидите, ответ сам придет. Потому что сейчас очень быстрыми темпами всплывает информация. Многие люди, с одной стороны, как бы закрыты, знаете, вот очки одеты, а с другой стороны, многие люди начинают просыпаться, многие люди начинают видеть совсем другую картину, и они начинают ужасаться от того, как они могли верить это еще, например, в январе, феврале или в начале даже марта. Поэтому при этом это касается не только какой-то одной сферы, это многих сфер. Поэтому никому ни на что не верьте, даже если к вам пришли какие-то фотографии или какие-то письма, возможно, аудиозаписи, возможно, это все подделка. В нашем современном мире, друзья, девочки, мальчики, можно подделать и сделать так, что вы будете удивлены и будет казаться, что это вы говорите или это ваша фотография. Но вы интуитивно знаете, что вы в это время, в этом месте не были. Вы не могли это говорить и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. И, друзья, сегодня у нас с вами полнолуние в знаке зодиака Девы. И мы рекомендуем вам сегодня уже вечернее время провести очень простую практику. Вам нужно взять бумагу, ручку и написать ту сумму денег, которая вам нужна в ближайшее время. Только, пожалуйста, ставьте, пожалуйста, реальные какие-то задачи перед собой. Обязательно, когда вы будете писать цифру, напишите, о какой валюте идет речь. Потому что люди у нас любят часто написать слово, написать цифру 1000, не указав какой-то валюте. И, знаете, как бы жизнь тоже, вселенная, высшие силы тоже умеют пошутить. Да, вам, например, 1000 рублей, а вам нужен был эквивалент 1000 долларов. То есть, чтобы такого не было, друзья, пожалуйста, будьте внимательны. И когда вы напишите эту цифру, говорите следующие слова. Я, называйте имя, открываюсь денежному потоку. В данный момент деньги большие и малые в моих руках. На банковский счет прибывают. Истинно, да будет так. Этот листочек положите на ночь в кошелек. Положите на подоконник. На следующее утро поблагодарите высшие силы, поблагодарите Вселенную. И после этого этот листик сожгите, а пепел развейте по ветру. В самое ближайшее время деньги поступят на ваш счет. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами услышимся уже в следующем видео.